Привет! Вы на канале Факера России. Меня зовут Дмитрий. Сегодня мы с вами смонтируем такой аксессуар, как маркиза. Наружный аксессуар солнцезащитный. Разберемся, для чего он нужен, что входит, соответственно, в комплектность данного изделия и как он монтируется. Ну что, приступим к распаковке. Открываем упаковку. В комплекте идет такой красивый каталог. Идет инструкция по монтажу. Идет крепеж. В комплекте даже кладется бита. Комплектуется стержнем, который позволяет удобно открыть либо закрыть маркизу. И, собственно, сама кассета с тканью, которую мы сейчас установим непосредственно на мансардное окно. Наш монтаж подошел к концу. Мы с вами смонтировали две маркизы на окна, установленные в группе. Как убедились с вами, в монтаже нет абсолютно ничего сложного. Какие-либо новые отверстия для крепежных элементов делать не нужно. Пользуемся теми отверстиями, которые уже были сделаны на заводе. Хочется выделить основные плюсы данного аксессуара, маркизы. Почему все-таки ей хорошо пользоваться и какой комфорт она создает в помещении. Прежде всего, мы с вами видим, ткань, изготовленная из полиэстера, она установлена снаружи помещения над окном. Таким образом, она защищает от перегрева как сам оконный блок, так защищает, соответственно, от перегрева само помещение. В помещении, где установлены маркизы на мансардных окнах, находиться более комфортно, поскольку помещение меньше нагревается. И еще один плюс от маркизы. В помещении создается комфортная естественная тень, но при этом мы с вами видим дневной свет, и в помещении достаточно светло и комфортно находиться. Мансардные окна изготавливаются по типовым размерам. Любой внутренний и наружный аксессуар, в том числе маркизы, которые мы сегодня смонтировали, изготавливаются уже под конкретный размер окна. Не нужно делать какие-то либо замеры снутри, снаружи помещения, мерить стеклопакет. Необходимо открыть створку и посмотреть шильдик. На шильдике указана модель оконного блока, его серийный номер и также указывается размер. Эта информация нужна при заказе того или иного аксессуара. На упаковке аксессуаров, в том числе и маркиз, имеется тоже соответствующая маркировка, где указывается модель изделия, название и, соответственно, размер. Есть несколько вариантов выбора ткани, которые влияют на степень затемнения каждой маркизы. Хотите посветлее, хотите потемнее. Сегодня мы смонтировали усредненный вариант, цвет 0,89. Ну что ж, на этом наше видео подошло к концу. До скорых встреч на канале Факера Россия. Всем пока!